По росту, по весу. Получается так, проводил. Корпус! Есть! Сырно! Товарищ верховный главнокомандующий, сводный дикий корпус имени 500-летия присоединения Удмуртии к России для выхода на полевые работы построен, доложил генерал армии Титов. Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте! Поздравляю вас! Некоторые. Первым выходом на работу, остальных с продолжением нашей чудной деятельности. Ура! 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 Всем доброго здоровья, удачи в поиске найденного бойца. Скажем. Вольно? Вольно! Разойдись. Выйти править можно? Ну? Ну, 3-4. Привет, мам. И сейчас раз не пошли. И надо фото снять. Этих замечательных людей. Ну а попрыгайте более экспрессивно. А вообще, товарищи, процесс заключается в чем? Мы делаем плотину. Мы сейчас накидали бревна сюда, смотрите. Вот сюда. И сюда. Соответственно, процесс прыгания — это не кураж. Это производственная необходимость. 68 кг, Серега. Морал? Нет, Серега. Так, братцы, секите, смотрите, куда идет она. Навалитесь, народ, толпой. Да. И... А потом вот здесь. Вова, бегай! Вова, привет! И раз, раз, раз. И еще. Обрез прямо под ней. Береза выросла на нем. Еще поставлено место нахождения кости скелета. Здесь же найден подсумок и патроны. Опережающая ямка, откачка. Ну, в общем, все по схеме. Ярокакал! Саш, покажи останки. Извиняюсь. Да, в такой болотистой почве все-таки останки бойца сохранились. А тут ручей. Бляха, покажи бляху. Бляху покажи. Ага. Ну ищите медальон. И внимательно на воду смотрите, а то всплывет. А по потоку вот сюда, в опережающую ямку, уплывет. Миролен, сейчас, Паш, тоже посмотри, пожалуйста. Yes! Yes! Искать маленький пакет? Классно! Так, Ваш Анатольевна, первый пакет, который доставали, в нем лежат зип-пакеты. Я беру маленький. 3, 4. Ура! Жидко. 3, 4. Ура! Вот молодцы. Ой, Саша идет.
А теперь, товарищи, докладываю вам. Сей момент я полностью снял в прямом эфире. Класс. Вот ради чего я, кстати, его и ставил. Ты так практически в него ищупал. Так, пакет даешь? Ну, ты немножко подержишь. Вот видишь, вот сука. Рядом со щупом, да? Да, вот здесь. Прям. Ага, понятно. Ну, пирожков. Пирожки, конечно, и еврейские национальные. Саша, где же, по-моему, зацепил, ты сам не нашел, да? А сейчас страна должна сдать своих героев. Да я. Ой, да скромно. Ингу. То есть скромно. Не надо. Инга. Нет, я сначала это. Как сказать? Сашенька, мы по тебе соскучились. Я рядом был. Ну правда соскучились. Знаешь, мы сколько раз уже про тебя вспоминали. Где-то там примерз дерево. Заснул. Заснул? Конечно. Пока есть батарейки зубы. Запечатываем в грунт той же влажности. Кладем в непроницаемый полиэтиленовый пакет с зип-замком. Не скручены? Саша, тащи к биваку, клади так, чтобы никто не наступил. Хорошо бы прочесть, хорошо бы он сохранился. Люба, и мне крупно в камеру. Наташкиным детям это нравится. Той же влажности грунт, соответственно, он позволит сохраниться медальону в его естественном состоянии до момента раскрытия. Следующий раскоп. Еще один боец. Уже пошли ремешки, индивидуальный пакет, граната, подсумок с патронами. Сделали очередную новую заряжающую яму. Наш бессменный качальщик Дима Бу отважно сливает воду в болото. Наш солдат находится на глубине, останки вернее, находится на глубине не менее 30 сантиметров от поверхности. Мы вернулись на тот же раскоп, практически уйдя с него, покопавшись на другом месте, но Коля на металлоискатель надыбал здесь подсумок с патронами. Вот Павел Иванович уже после разворачивания этого места вытащил гранату. Тут же была ампула для обеззараживания воды, очко от противогаза, стекло. Ну, надеемся, что что-то мы здесь все-таки найдем. Ну, и здесь попалась кость большая, проросшая корнями, скорее всего, ноги. То есть боец однозначно здесь. Ощущение, что валенок. Валенок, да, совершенно верно, это валенок. Ищите, братцы, где-то здесь медальон. Еще одна граната. Надо же, как далеко-то, а? Значит, ту сторону, ребята. В ту сторону потихонечку. К Паше пошло. Что это такое? Валенок? Валенок здесь вот. Оттуда вода не идет? Да, вон и валенок. Оттуда нам уже эта вода. Как бы сейчас просто вот лишь бы оттуда не пошла вода. Я говорю, я там разрою, тогда она оттуда. Это черная доска тоже. А сейчас пойдет. Дожимать там интенсивно, ребят. Да. Серега, Саша, пока вода не идет. Паш, стой. Пока больше не... Наоборот, прижми эту чувагу.
Разбирайтесь, Серега, разбирайтесь. Ложку доставайте хотя бы. Валенок? Да. Войлок, да. Ну давай ложку, как у Егора Ивановича. Ну. Вон валенок у Сашки. Да. Нет, ложки нет. Покажи на руке. На руке. Монетки. Держите, смотри. Ох-хо-хо. Клади сюда же. Клади сюда же. Еще монетка. Ближе, 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 да, да. Монетка. Лишь не войдут туда, этот круг. Они специально сужают этот круг. Плечи, животы. Ближе, ближе. Клади. Так. Монетки, да? Ну блин, валенки здесь, граната здесь, ну все, вот куда-то правильно двигаемся, товарищи. Что же они там делают? Сережа, ложку, ложку, Сережа. Медальон и ложку ищите, пожалуйста. Да. Вот его. Нет? Нет. Открытый Игорь Иванович. Медальон. Медальон. Открытый. Открытый. Где? Под деревом был. Нет, в чуваге, которую не докопали. Дай посмотреть. Открытый. Открытый. Он без колпачка, не сломанный, да? Колпачок ушел. 8 февраля 42 года. Из них третий здесь, в этой чуваге. Из 4 бойцов третий медальон. Да. Да, боец, боец, не повезло тебе. Ну, теперь осталась только ложка, Сережа. Да, парни, давайте ложечку. Найдите его. Саш, поковыряйся, там крышечка, может быть, будет. Да он открытый. Братцы, его, скорее всего, прикопало разминирование. Представляете? Разминирование. Поэтому он так глубоко и разрознен. И медальон в стороне и открыт. С него сняли бланк. Разминированный. Почему остальные их не заметили? Лопаты вот это вот свежие, вот этот отвал. Сказать сложно. Зип от винтаря, да? Да. О как. Точно, это разминирование его прикопало. Помой вон в воде сзади. Сильно слизен. Кто? Не заподевайте противогаза. От противогаза. Ну надо же. Вот почему его одного прикопали, накидав на него грунта, а остальные все вон лежат. То как. Динар, требуй подпись за кредит. А? Требую подпись за кредит. Третьего мая нас постиг ураган. Ветрено у нас немножечко. Пойдем обязательно разденемся догола, чтобы все тело равномерно загорало. Это называется капец! Снежный заряд!
Добро пожаловать на Ладогу! Мы решили попробовать поставить хоть какой-то забор от ветра. И использовали стрейч-ленту. Продолжилась новой установкой нового куска полиэтилена. Мы располосовали своего старика и делаем защиту. Держуны! Опа, здравствуйте. Мы тут классно плюшками получили. Сейчас ветер сильно подует, надо вот это, наверное, играть. Посмотрите. Я могу просто навалиться вот так вот и меня. Понятно. На креативике вертикально. В итоге строительство у нас получилось. Мы окружили со всех сторон наш бивак полиэтиленом и стрейч-лентой. Укрепили веревками наш лент, чтобы его не порушило, не сдувало парашютом. Да! Одним из неотъемлемых элементов строительства является потребление пунша. Где наш пунш? А где Саша Гавшин? О, пунш, вот он. Пунш потребляется. Демонстрирую. Вот он, самый правильный в мире чай. Самый правильный пунша-вет. Пуншо-дел. Пуншо-люб. Да. Наши защитные сооружения изнутри. Опять пошел снег.